Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Сегодня хотелось бы рассказать о довольно неплохом твистере от известной фирмы Relax. Модель называется Twister 4. Данный твистерок имеет длину 10,1 см, вес 5,2 грамма. Поставляются в упаковке по 10 штук. Хочу обратить внимание, что длина 10,1 сантиметра – это длина вот в таком вот статическом, грубо говоря, положении. Когда совершаем проводку и хвостик у нас начинает играть и вытягиваться, соответственно, длина приманки существенно увеличивается. В линейке представлено порядка 52 цветовых решений, соответственно, цвет можно выбрать на любой вкус, на любое предпочтение, скажем так. Данная приманка используется мной для ловли щуки. Также, знаю из отзывов в интернете, многие используют данный твистер для ловли судака на больших реках. Плюс данного твистера, в отличие от виброхвоста, то, что на самой-самой медленной проводке у нас хвост довольно-таки интересно создает довольно-таки интересную визуальную игру. Он начинает как бы волнообразно двигаться. Соответственно, чем медленнее проводка, тем менее активные движения хвостовой части идут. В чем плюс как бы твистера от виброхвоста, еще раз повторюсь, в том, что на самой медленной проводке у нас визуальная игра приманки, ну это лично, на мой взгляд, более активная. Проводки использую я, соответственно, равномерную проводку с паузами. Даю опуститься приманочке на дно, делаю небольшую паузу, чтобы приманка немножко полежала как бы на дне, и начинаю опять осуществлять подмотку. Также, в принципе, отлично данная приманка работает на равномерной проводке в толще воды. Также можно осуществлять паузы в толще воды, не давая приманке погрузиться на дно. В принципе, все эти виды проводок довольно-таки неплохо работают по щуке. По окуню я бы не советовал данную приманку, так как размер приманки довольно-таки крупный, если только по трофейному окуню. Ну, к сожалению, у меня поклевок такого трофейного окуня на нее не случалось, поэтому окуневой приманкой я назвать ее, к сожалению, затрудняюсь. Однозначно смело могу рекомендовать данную приманку к покупке. Ценник довольно-таки гуманный, на мой взгляд. Обладает приманка довольно-таки высоким качеством изготовления, качественный, на мой взгляд, силикон и, соответственно, неплохая уловистость у данной приманки. Всем спасибо за просмотр. До свидания.